Сегодня 6-й лунный день. Луна растущая в знаке Весов. Здравствуйте! Сегодня день уединения и смирения. Обостряется интуиция, прислушайтесь к ней. Хорошо заниматься любой дыхательной гимнастикой и практиковать ароматерапию. Также благоприятно выполнять процедуры по омоложению организма, очищать верхние дыхательные пути и бронхи. Эти лунные сутки подходят для посадки однолетних и многолетних цветов, ягодных кустарников, земляники, сливы, вишни, абрикосов, груши и алычи. Хорошо также собирать урожай, он хорошо хранится. Всего вам доброго!